твое имя, новобранец! Рядовой бонус, сэр! Бонус? Слушай меня сюда, рядовой сырок. Здесь киберспорт! А не сиська мамкина! Здесь нет никаких подачек и бонусов! Но в Бэтбум есть, сэр! Что ты сейчас сказал? Бонус 100% на первый депозит, сэр! Где? На сайте и в мобильном приложении Бэтбум! Сейчас Батя покажет, как надо ставить. Бонус 100% на первый депозит. Бэтбум. Открой игру. Всем салют, дамы и господа, с вами студия UCC Микрофона и я мы продолжаем следить за репабликой по сезон 2 и посмотрим решающий матчи группы D. Напомню, вчера после противостояния LDLC и Mimber мы узнали первую команду, которая прошла в плей-офф, это был коллектив из Франции. Ну и сейчас мы будем наблюдать за противостоянием на вылет. Энтропик Прага сразятся против Динамо и Слот, команда, которая здесь, соответственно, проигрывает, покидает турнир на последнем месте, команда победитель. Будет сражаться против МИБа уже в следующем матче Который также будет сегодня И он уже будет за выход в полноценную стадию Где будет разыграно огромное количество призового фонда Ну а пока что счет 1-0 на своем пике опять же готовится воевать Ну и чувствует себя вроде как э, не очень-то и хорошо После проигранной пистолетки Где толком фрагов даже дать не сумели Я так понимаю, лекара вообще легким движением руки за 350 долларов докупил шлем к своему первому армору, так как он был, не был особо накоцан. Но бомба, я так понимаю, стояла, поэтому и слот спокойно довольно uh, готовы здесь форсить. Забавили для себя Галилы и попытались законтролировать мидл. Получилось это у них так себе, и тут же ротация под Здесь собирается четверка игроков. Подтягивается сюда еще и Кэпсон. Но по гранатам огромные проблемы. У Т-сайта придется выходить вот так вот на контакт просто. Действовать чисто на стрельбу. Понос. Открытие от него. Собрал очень много информации сейчас. И типа по ней начинает уже работать на пару с своим тиммейтом. Идеальный пик. Один с лавочки, другой с... Голов, соответственно. Ну и шанс, в такое ощущение, что изначально у Z этой компании было не особо многое. Но вот Капсон фракты свой в миде нашел. Слушайте, снял на себя массу внимания. Второй минус дает. И если Z сейчас попытается убить игрока под A сайтом, шансы на взять этого раунда будут. Но Хонес играет очень аккуратно. У него все-таки 10 хп собирает информацию. Но Пеневей погибает от игрока Татья ситуация перетекает в стадию 2х2. Правда, 20 секунд и времени очень мало для установки планта. Сдвоенный пик при Несет ли фраг? Но это нет, точно. 1-1 остается у нас лекар против Зеда, у которого очень мало времени, в свою очередь. Остается на лоу ХП. Проходит в дефолт и будет, наверное, ставить бомбу уже до Смысла фейковать нет. Лекар, естественно, его пушит. Будет в преимуществе. снес очень много по игроку. Атаки тот отвечает. И лекар все-таки побеждает в данной дуэли. Но она была очень-очень плотной. Ну и к слову, бомба-то стояла. Выбитые девайсы здесь тоже засчитываются. То есть у Интропик Прага бай в следующем раунде будет на последние деньги. И все это свидетельствует о том, что скорее всего мы увидим еще один форс-раунд от Киваной компании. Ну а пока форс-раунд не наступил, хочется напомнить вам о том, что Бэтбум является основным партнером данной трансляции. И 100% на первый депозит вы можете получить на их сайте, перейдя по баннеру, который находится, соответственно, под трансляцией. Калаши на этот раз, слушайте, это смотрится куда интереснее, нежели 5 Галилов. Правда, по гранатам опять вот это вот три смока и все. Но, с другой стороны, опять же, у эндропик Прага, я бы не сказал, что бай будет прям намного лучше. И конкретно по огневой мощи они явно будут проседать. Калашам достаточно одну пулю в голову дать. А тут у некоторых эм, членов команды дефенсов вовсе будут фармганы на руках, что не очень-то приятно против полноценных калашей. Ну и пауза тактическая была взята. Естественно, Интропик Прага сейчас будут потеть до Талова на максимум, потому как матч на вылет, и пускай они сейчас находятся на пике соперника, который как бы не стыдно проиграть, но в любом случае они понимают, что если зацепится за Мираж, то он в своей карте будет намного проще, и вообще встречу можно будет свести к... К счету 2-0 по картам. К слову, о предиктах, друзья, Бэтбум дает коэффициент 50 на 50 на этот матч. Именно вот, если при матч ставить. Ну, я думаю, что в лайве, в принципе, дела не сильно изменились. Пока что мы видим контроль карты Вот Динамо и Слот. Вот эти немногочисленные смоки тратить они, естественно, не хотят, иначе они очень-очень быстро закончатся. А просто двойка выдвигается с центра карты, ну и здесь Мариску уже поймали. Очень приятный минус для Т-сайта, Лекара также накалили до да нельзя, и очень неприятное начало от Интропик Прага. Ну а теперь и Динамо и Слот просто да, выбрать, знаете, вектор атаки, выйти толпой, одним кулаком на один из сайтов. И если повезет, то это будет точка А, где один Хонус всего лишь находится, и тот с ППшкой. Аркадий, кстати говоря, Паласа собирает инфу, но тут его Кейван уже поджидал. И это похоже, что зеленый свет. Опорник точки А погиб, соответственно, выйти туда будет гораздо-гораздо проще. Ну, а команде из Чехии ничего не остается, кроме как угадывать. Если повезет, так то ли Выйдут на нас, пофайтимся втроем, заберем раунд Если не угадаем, то засейвим три девайса Что тоже не такой уж и плохой результат Исходя из того, как раунд в принципе начался К слову, неплохо ответили сейчас и слот. Несмотря на то, что проиграли довольно разгромную пистолетку. Если вспомнить Force. там-то тоже начиналось все грустно, да. Пускай они выбили 4 девайса, но изначально было 2 или даже 3 энтри фрага заработаны силами защиты. Но там, конечно, очень жестко закат... запотел Капсон. И в этом раунде, кстати, именно он нашел энтри. Это вот показательный момент, да, как снайпер даже не с профильным девайсом умело орудует автоматом Калашникова и работает именно вот на первых секундах, минутах раунда. 2-1, и следующий раунд уже расставит точки над «и». Здесь следим, либо «Динамо» и «Слот» очень жестко закрепятся по экономике, плюс сломают денежную составляющую защиты, потенциально выйдут там на 3-2, так как Эндробик будут делать экономический. Ну, либо ответит QRT и компании, и тогда война у нас продолжится. Докупили два фармгана к эмкам, которые засейвили ранее, но гранат тут не сказать, что очень много. Мариск вообще решил без них действовать, оставить сейф на АВП ресурсов и поджимандра. Ой, Капсон, этот прыжок тебе не зачтет в копилку, легко его сбривает. Мариск теперь будет орудовать уже с автомата калашниковый, ставить четкий хедшот, воу. Такая заочная снайперская дуэль у нас получилась, которая, возможно, выиграет данный раунд. Ведь атака теперь вынуждена выходить, искать размины, агрессировать и, естественно, рисковать. Как мы видим от Валенсио, риск был вовсе не оправдан. Остается Z плюс K1 вдвоем против пятерых. И вот тебе, пожалуйста, раунд, где зарешали даже неполноценные девайсы, а по сути один фрамган от Мариска. Ну, естественно, никто из защиты подставляться под такие дефолтные пики шарта и окна не собирается. Здесь антропик Прага надо уже доигрывать на верочку аккуратно, и нет смысла лететь. Они в большинстве оппоненты сами рано или поздно на вас выйдут. Ну а времени тут у них предостаточно для того, чтобы выбрать вектора движения. Правда, это скорее не 5 оппонентов, которых надо убить, а 5 способов умереть для команды Динамо и слот в данный момент. Отличная позиционка и под базой Б, и под точкой А сидит дефолт. Поэтому здесь, куда бы ты ни отправлялся, везде тебя ожидает перекрестный огонь, парная работа и так далее. Кверс, конечно, застали врасплох, но то, о чем я говорил, тиммейт всегда на хелпе. И даже если чуть-чуть по стрельбе не полетит, в любом случае за это остается в соло. Про не фейкуют или все-таки фейкуют? Да, слушайте, организованный фейк тут у нас получается. Правда, Хонес не подставляется и все правильно делает. Интропик Прага во вчерашнем игровом дне, несмотря на то, что он для них оказался очень коротким, они там против Мибор проиграли со счетом 0-2, но знаете, они показали свой фактор дисциплины. То есть всегда сейф, если есть такая возможность, где-то сыграть более на верочку и так далее. Ну и это, я думаю, сегодня принесет им однозначно свои плоды. И это первая карта. Да, это первая мапа. Пик команды Е-слот. E Далее нас ожидает уже пик коллектива из Чехии. Но Мираж пока что очень горячий, особенно в мидле. Мариска вновь находит энтри. Вообще замечаете, как у нас обмен происходит? Капсон, первые два раунда, ну после пистолетки, находил опенфраги. фраги. Два раунда подряд Сейчас то же самое от Марийска, Причем с идентичного девайса С того же Калаша, который выпал из Капсона То есть по сути у нас сейчас с одного вэпона Именно с одной версии автомата Калашникова Уже 4 опенфрага заработаны Это реально девайс, которому надо памятник поставить Я не знаю ну, вот сам раунд для Динамо и Слот не выглядит как что-то перспективное. Уже потеряли двух своих игроков на старте раунда. Не захватили абсолютно ничего. марист все так же владеет мидлом. Естественно, его покинет в ближайшие секунды. Ну и от Нубика. Именно так читается полноценный ник на NBQ, если что. Гляньте на ХЛТВ Без каких-либо оскорблений. Вот. Ну, наверное, будем его чаще именно по сокращению называть. Кстати говоря, на лоу хп он здесь собирает информацию. И на самом деле как-то ну, бесперспективно абсолютно. То есть после потери двух игроков, когда у тебя Z, он как бы с авиком, и очень тяжело панфраг, да, найти в такой ситуации, когда защита закрывается на мираже. Еще один тиммейт каленый, и по сути вся надежда на Кивана, с которым пока справляется, слушайте. Один минус находится, вторым тоже его уносит его жизнь собственная. И последний опорник точки остается. Это Хонос. И GT попытается холпануть как-то с зигзагой. Вроде довольно удачно у него должно получиться это сделать. Собрал пока всю инфу. По ней действует тот самый Хонас Находит первый минус. И GT с шарта подключился. И BQ последний останется вовсе без фрага. 4-1. Энтропик Прага начинает набирать обороты. И похоже, что на пятой взятый в защите тоже выйдут. Шейл, привет. Когда пойдешь в КС играть? Сообщение из чата, не знаю, как-то, э, честно говоря, давненько я в CS накатал, уже, наверное, месяца 2-3 заходил, то есть смотреть вообще кайф, а вот играть как-то, ну, не лежат у меня руки к этому, честно говоря, да и душа в последнее время, а вот посмотреть вообще кайфец, честно, так заходишь и... Прям супер. Особенно, когда матч интересный, как вчера, допустим, да, где у нас просто масса интриги была. А, и, ну, по сути, только на последней карте из семи сыгранных у нас интриги не было. В остальных матчах все было прям плотничком. Тот самый экономический раунд. Я, кстати, Динамо и Слот немного не узнаю. Вспоминая матч, который они играли против МИБР, против LGLC, прошу прощения, они там, к слову, взяли одну карту, это был именно Мираж. И там они прямо атаковали очень быстро, то есть выходы постоянно там были на 30 секунде, то есть 30 секунд от раунда прошло, все, там уже выров на сайт все дела, но тут они прям очень сильно замедляются. Ну, даже не 30 секунд, 20 спустя начало. И было очень жестко, очень быстро. Чем-то похоже на такую бразильскую, знаете ли, атаку. А сейчас такое ощущение, что вот у них раунды какие-то не получились, и они начинают немного зажиматься. И вот эти зажимы надо срочно убирать. Либо за счет паузы, либо за счет взятых раундов. Это значит, что надо экспериментировать и пытаться что-то новое отыграть, если старая не получается. Авик, от появляется. Капсон тоже обзавелся своим любимым девайсом. Возможно, будет снайперской дуэль. Хотя пока Мариска будет расправляться с Киеваном. По всей видимости, тот аккуратно заныкался в смоке и ждет его развеивания. Увидит, естественно, снайпер, он гораздо быстрее. И по логике вещей для Киевана тут легкий антрифраг, Если не кверть. А кверть тут как тут. Избирает для себя максимально удобный угол. Закрывает соперника. И теперь выход с э, подвала под огромным вопросом. Правда, просочился Капсон сейчас уже на... Выгодную позицию, оттуда может попытаться дать килл На пару с тиммейтом они забирают опорника Но опять же, бомба очень далеко И размен выгодный исключительно для диффенса MBQ нужны срочно рефраги Он это прекрасно понимает и пытается найти килл в милле Ну либо есть вариант забрать бомбу Просто пройти через ковры, дропнуться в дефолт, поставить ее И отыгрывать уже в ретейке В принципе неплохо, с учетом того, что его тиммейт может спокойно сити сейчас захватить либо в соло, либо подождав тиммейта уже под его гранаты, КТ-сайт будет полноценно действовать уже с коннектора втроем. Хотя нет, слушайте, AGT со спины уже обходит. Я так понимаю, придется ожидать его потери по времени, конечно. Но плюс у МБК такая позиция, что он может проверить яму. И я думаю, он в этом направлении в данный момент и двигается. Но AGT решил пойти не через рампу, а через паласы, что является максимально правильным решением. Море, кстати говоря, атака нашла. Очень крутой потянули важные секунды. А тут, естественно, каждая секунда в данный момент на вес золота. Эй, ловит вроде как неплохой тайминг. Должен забирать игрока в дефолте. В дефолте, а вот по-последнему нету инфы. с одним справляется, но далее с двойный пик, который приносит команде... Ком... Да, команде из Чехи. Получается шестой уже раунд. И... Получается, где-то там 10 еще надо взять, и пик соперника они уже под себя заберут. Тут, конечно, дело такое, на самом деле. Могут вполне Динамо и Слот еще ответить. Но пока как-то не получается, знаете. То есть, каждый старт раунда у них под огромным вопросом. Они либо теряют игроков, либо дают размену, но все равно остаются в меньшинстве. И вот с этим надо что-то делать. Возможно, взять паузу и обсудить, как так получается. И как этого избежать. Единственный плюс в данный момент для атаки и Это, естественно, их экономическая составляющая Бомба ставится, устрик имеется Можно чуть ли не в каждом раунде закупаться И вот тут есть слот, я уже узнаю Минута 40, а они, вы посмотрите Оседлали мидл, один игрок в окне Другой в коннекторе И, по сути, уже готов плацдарм для атаки Точки А У Интропик Прага ничего не остается, кроме как поджидать а, Вернее, поджимать яму А тут Валенсио уже в упоре но Выбрал позиционку не лучшим образом Он раньше намного заметил Сбрил своего соперника, однако НБК просочился. по сайт. Его не ожидали здесь увидеть на таком тайминге. Хона спал. И последний остался к версии. Ожидает ли его? Вот в чем вопрос, заметил ли его НБК. Это, наверное, самый главный момент в этом раунде, потому что если к версии хотя бы на долю секунды вы не прочекаете, оставите а в режиме инкогнита, то он реально может убить просто толпы людей. Ну, все-таки, да, его здесь все заметили. Но ну, там Лекро также подходит со стороны Пита. И мне кажется, его... Ну, то есть, третьего игрока в яме со стороны Диффенса уж точно не ждут. Поэтому для Лекро должен быть легкий минус. Пожалуйста, З падает. И в перекрестном огне оказывается тот самый Кейван. Между Молтом и Ковалей, казалось бы, находит все равно фраг. И оставляет своего тиммейта одного в данном клатче по капсу, кстати говоря, вообще зеро информации, я так понимаю. Пробегает сквозь Молик и первый фраг практически нашел. Но Лекра сегодня просто непобедим в плане индивидуальных дуэлей. Ноль смерти у него, пять фрагов и семь раундов у команды защиты. Летим дальше. Опять же, бомба стояла, как ни странно. Динамо и слот закупаются вновь. И, пожалуй, это был, ну, наверное, самый перспективный раунд для них. Такой ретей, который они действительно могли в моменте сдержать, но буквально чуть-чуть не получилось. Сейчас, я так понимаю, 5 калашей. Попытка, опять же, законтролить мидл, оставить тут одного Капсона, у которого будет заочное снаеверское дуэль, и Мариску он забирает под этот килл, тут же в РФ на точку А случился, который унес жизнь опорника, по Кверте есть информация, его сейчас просто с двух сторон должны распетлять хоть как-то, но он все еще живет, даже килл умудряется в данном поинте дать в таких-то условиях. Ну вот еще один раз его вот с двух сторон, тут уж совсем без шансов, и наконец-то раунд, который Динамо и е Слот прям тотально выигрывают на старте раунда. И должны, по идее, дожимать. Я не знаю, тут отличные позиции. Капсом под себя джангл уже отжал. Два его тиммейта в яме находятся. Бомба установлена под абсолютно всех игроков атаки. И Прага. Ничего не остается, кроме как засейвить свои девайсы. И это решение абсолютно грамотное. Второй раунд для атаки. Пока скудно, конечно. Но я думаю, что если сейчас возьмутся за эту компанию, за... Эту сторону, сумеет там взять парочку раундов, сломает экономику, то там бац, уже будет счет 5-7, оттуда до, в принципе, нормального счета в рамках первого халфа можно выйти более чем. Ну и самое время, я думаю, посмотреть на коэффициенты. В рамках первой карты Бэтбум дает 1.38 на Энтропик Прага, при том, что отыгрывают они сейчас на пике своего соперника. Но тут, понятное дело, счет говорит сам за себя. И только Динамо и Слот могут здесь что-то изменить. Пока радует очень капсом, на самом деле, потому что, ну сколько мы от него, три 3, 3 фрага уже видели за 9 раундов. Это очень неплохой результат, с учетом того, что ну, мы видим, что не все у команды получается. А он время от времени Подключается очень большое количество импакта вносят. Интропик Прага решили за мидл не бороться Ответить по яме Причем пик еще и от Хонаса произошел И, кстати, это очень крутой момент Мне кажется, когда снайпер пикает ковры Уже двойку в яме ты никак не ожидаешь Вот посмотрите, пожалуйста, Валентию Вообще не читал такого момента Ну, то есть, чтобы поджать яму и ковры Нужно, чтобы три игрока агрессировали в этом направлении Что происходит гораздо реже Нежели чем обычный, да, там, пик баласов от снайпера Поэтому здесь момент нечитаемый Классно разыграли Интропик Прага И, опять же, находится в численном большинстве Выбраться из которого Динамо и Слот будет довольно проблематично Единственным плюсом является сейчас позиция Зеда Все-таки Джангл под себя занял и будет ловить перетяжку Ну, либо какой-либо фраг найдет, если оппоненты опять же подставятся Но Хонсо его замечает, естественно, информация по атакующему звену имеется и тут уже без вариантов приходится выходить на A-сайт. Потому что перетяжку явно за это не сумеет поймать, когда по нему есть инфа. А вот э, навести шумихи, знаете ли, стянуть на себя внимание и облегчить тем самым выход для основного звена команды. Это он может, пожалуйста, фраг за счет этого заработан. Хонас сдает так, свой минус AJT в сайте. И вообще плевать на игрока в джангле. Он отсиживается до конца, дает свой килл И в тотальном меньшинстве находится команда Динамо. И слот это 2 на 4. Это Капсон, которому срочно нужно находить фраг, а желательно не один. Однако прострелы не работают, зато работает Z. Отличный фраг по Хонусу находит, понимает, что второй игрок находится в ниндзя, и GT перестрелять не получается. Время заканчивается, Кэпсон отправляется на сейв, а команда Тропик Прага зарабатывает для себя победу в рамках первой половины. Вопрос только, с каким счетом и с каким преимуществом они ее закончат. Кнайон вынужден закупать себе Z Без какого-либо полноценного девайса Однако летят мидл и этот раунд Может нас удивить, помните был уже раунд в центре Где прям ребята, ну неплохо разменялись На начальном этапе, а вот потом Что-то уже в лейгейме, так скажем, не пошло А при этом упор основной будет Сделан под базу Б. судя по расположению Бомбы, стягивается Капсон К своей команде и одного игрока Уже запустили в окно Валенсио будет пытаться найти как, кстати говоря, это более чем возможно он падает отлично. Теперь по точке А начинаются проблемы, потому что непонятно, откуда вас давят. Возможно, игроки с ямы, возможно, с паласов. А может, это вообще все звено Динамо и слот сейчас мидл на вас выйдет. И только Мариска может сейчас собрать информацию и дать какой-то выгодный размен. Однако тут Кеварин решил в соло выйти на зигзаг, потерял свою жизнь. И начинается полноценный враг уже на эй-сайд. Мариска также фрага не сделал. Вся надежда на Кверти, который вроде неплохо открывается. С двойным пиком пытается его закрыть, но не получилось выйти синхрона, За счет чего Кверти дал целых два фрага. И потянет очень-очень много времени для своей команды. А там уже и GT в скором времени с ямы придет. Естественно, Лекра будет халповать шарта. Поэтому интроп трага в этом раунде все очень-очень неплохо. И а Капсон там вообще то ли живой, то ли мертвый. До конца непонятно. На 3 хп остался. И из Паласов. Пока его вообще никто не чекает. По идее, фришный килл по игроку носите. Так оно и есть. Ну и капсон остается на лох ХП против двоих. Однако у него авик и четкими попаданиями можно нивелировать свое количество здоровья. Но здесь, увы, даже выстрела дать не получится. 9-2, тем временем и очередной тайм-аут от команды «Динамо» и «Слот». Не знаю, что им пауза принесет. На самом деле, фаст выходы у них получаются, но, как мы видим, очень жестко энтропик Прага реагирует на выходы. То есть, как только движуха, допустим, под точкой А, моментально пушатся боепсы, и вот вы вроде вышли, но уже два игрока с вас обходят. И вот надо это как-то законтрить Возможно сделать какой-то фейк, знаете, сейчас тянуть на себя внимание Начнется вот этот вот обход, агрессия со стороны диффенса Ее законтрить, выйти в преимущество И там уже выбрать вектора для дальнейшего движения, так скажем Опять же агрессия в яме Мидл уже вообще как бы оставляет чехи, не видит смысла там бороться. Если атака готова тратить все свои силы на... и бросать их на центр, да пожалуйста. Они прекрасно понимают, что оттуда пока у Динамо и Слот ни одного раунда прям полноценно не получилось сделать. Ну а сейчас упорно a -side. Возможно, это будет тот самый фейк. Ну и да, смотрите, вот сейчас Капсон как раз в роли люркера. И раскидка пошла, спалится два игрока в яме. По идее, начнется поджим, который он должен будет поймать. Ну, вопрос, удастся ли нормально фейкануть, для этого надо делать киллы, и за этим занимается, но Кверси в очередной раз д да дабл килл оправляет в яме важнейшие киллы, потому что он не просто дает два минуса, он еще и бомбу выбивает на сороковой-то секунде, времени не так много. Оно тает очень быстро, правда тут Маришка не ожидал, видите, Валенсио За счет чего потерял свою жизнь и очень многое Зависит от Киевана, который на шарте Но его слышно, по нему есть информация И для Лекро, по идее, это легчайший минус А вот кверти с своим соперником не справился Эта ситуация 2 в 2 20 секунд времени должно хватить Но тут война через смоки начинается Хотя надо бежать, по идее, в сайт Ставить бомбу, иначе все будет Очень печально, но сейчас морик прогорит И можно будет уже заплентить Ту самую пачку, и GT находит Киева Валенсио Остается 1х2. Очень тяжело. Надо искать килл, но находит только пулю в своей голове. Это 10-й раунд для Тропик Прага. А я напомню, что данный матч по предиктам от, безусловно, Бэтбум был 50 на 50. Но пока на своем пике у Динамо и слот совершенно ничего не получается. Идем дальше. Это мидл, это сплит, база Б. И последняя надежда команды Е-слот. E Надо прямо сейчас включаться. Но здесь падает НБК. тоже отправляется в Альгалу. И по сути здесь только Капсон и Кейван могут что-то сделать. Очень тяжело. Мы видим, что это их фирменный раунд, на самом деле, который вчера против LDLC вообще заходил очень круто. Но сейчас ни единого фрага сделать не получилось. При том, что это не какой-то 2 КБ, это не какой-то форс, это полноценный девайсный, где были калаши, где были гранаты. Но импакта, как мы видим, абсолютно ноль. Ну что, друзья? Я бы очень хотел интерактив в чате провести, как я всегда делаю, с каким счетом закончится первая половина, но давайте я спрошу по-другому. Плюс в чат, если хотя бы еще один раунд сумеют и e слот забрать за сторону атаки, потому что такое ощущение, что реально сейчас все может быть очень-очень однокалиточно, но все-таки какая-то минимальная надежда у меня остается. Все-таки две чашки команды воюют. Выход с ямы, причем целиком, там целых пять игроков, но здесь отличная позиция, по идее, у Коноса, откуда он находит два кила. Тиммейт, к сожалению, не вывез, но он тут дело такое. Факт тыкнайна никто не отменял. Одна пуля, и ты погиб на близкой дистанции. За это контролирую джангл. К нему тиммейты, кстати, не стягиваются. Он тут в соло. Но опять же, Тэк. Это очень мощный пистолет. Возможно, в данный момент самый сильный после фикса дигла. Ну и вот оно, история 2 в 2 Но Киван обзавелся уже девайсом Играет довольно агрессивно, попытается прикончить игрока на сити Там Авик, девайс не самый мобильный Надо развести его на выстрел, но даже без этого справляется И тут с двойным пиком они уже того самого AGT будут закрывать Вот они, Динамо и Слот И это самое забавное, знаете, энтропик Прага. Только что взяли там ну, порядка 5-6 девайсных раундов, которые получилось вообще без проблем захватить. Но при этом раунд против пистолетов у них получился хуже всего. 12-3 или же 11-4, возможный камбэк через взятую пистолетную серию. Узнаем прямо сейчас. Киван отправляется в мидл, фраг уже был найден. Отличная работа от него. И наконец-то что-то получает свой слот в центре карты. Киван будет проходить далее на лавочку, запрыгивать в окно. Он только что у него жизнь соперника на тот свет. Поэтому тут в окне, в принципе, никого на раннем тайминге больше не было. Но Киван играет более аккуратно. Пофейковал, пошумел и отправился назад в центр. То есть 22 хп, зачем рисковать, когда можно отыграть более пассивно и в дальнейшем, возможно, с Капсоном обменяться девайсом. Кстати, насчет Капсона. Интерфрак был заработан. Это уже второй минус. Со стороны игроков атаки Ну и похоже, что третий тоже будет сделан Неужели это тот самый раунд, где все закончится 5 в 0? Ну нет, судя по тому, что Z пал Но в любом случае, Лекар последний Это опорник базы Б. Правда, я не до конца понял, что... Где бомба лежит? Ага, она в удаляке. Сейчас этой пачкой займется Кейван Грязными делами, так скажем. И отправляться на ретейк тут вообще никакого смысла нет. Первая половина заканчивается со счетом 11-4. Динамо и слот, конечно, молодцы. Э, то, что сумели камбэкнуть с такой очень неприятной ситуацией. Но, опять же, без пистолетки говорить о каком-то возвращении в игру очень тяжело. А на нее мы сможем посмотреть после небольшого контента. Очень 1.14 от Бэтбума на команды Тропик Прага, и, казалось бы, вернуться в игру Динамо и Слот практически невозможно. Но, опять же, все зависит от этой самой судьбоносной пистолетки, которая начинается прямо сейчас, друзья. Поэтому читы в чат, если вы вдруг топите за Валенсию и компанию, потому что сейчас им надо включаться и забирать целиком и полностью пистолетную серию, и это будет только первой ступенькой к данному камбэку. Пока что Марийска стягивает на себя внимание в яму, основной выход на зигзаг, где NBQ принесет неплохо, но лишь одного соперника. Однако все еще два опорника имеется под точкой Б, поэтому выходить туда проблематично. К слову, об окне здесь Капсон. Если он подловит игрока с бомбы, будет совсем печально. Одну долю он выигрывает, и второго оппонента практически закрывал. Но там уже с точки А прошел Марийско. По нему почему-то нет информации. Вообще, он чуть ли не буха закрывает. Самое главное звено под Эй сайтом. Ну и у Зеда тут, пускай не летит по стрельбе, Пачком все-таки выбивает. Последний остается тот самый снайпер команды. Интропик Прага с недофолтным пистолетом ставит один четкий хэт и остается в ситуации 1х1 против Зеда. Тот передвигается очень активно, дабы ему сразу не попали в голову, чуть ли не в приседе стреляет и все-таки наказывает Мариска за его наглость. Но раунд был прям-таки крайне опасен с учетом того, что и в окне были проблемы своеобразные. Вот эта ситуация 1 x 2 на самом деле могла перевернуться в момент. Но Динамо и слот пистолеточку забрали. И я думаю, в ближайшее время коэффициенты от Бэтбум немного поправятся. Особенно с учетом того, что Интропик Прага играют несвойственный для текущей меты экономический раунд после проигранной пистолетки. Да, бомбу не ставили, но мы часто видим, что команды и без этого спокойно закупаются там тыкнайнами, арморами и просто летят на базу Б, допустим, что нам вчера Мибр показывали. Капсон легко по двоим, третьего сюда же. Ну и можно целый эйс на самом деле оформляет, но понятное дело, знаешь, вот эти вот глоки это лишь прелюдия. Основной рейдбойс был на кверсе, у которого в руках Дигл, и вот он уже свой килл, естественно, дал. Кстати говоря, эску в окне не получилось засейвить вовремя, это прям грустно. Потерять такой девайс неприятным моментом является. Особенно с учетом того, что у Интропик Прага наступает эра нормальных девайсных раундов. Калаши появляются. Ну и довольно хорошее количество гранат. Да, не прям все, что хотелось бы. Но, тем не менее, для какого-то даже фейка этого более-чем может хватить. Ну а для захвата Мидл. Middle... В принципе, действительно, раскидки вдоволь. Мариска уже довольно много демэджа получила. И GT вру вовсе уничтожили в мидле. Я так понимаю, это был игрок с кона. Ну и прошли в зигзаг, с другой стороны. Но Мариска на лох ХП, как отсюда работает, до конца непонятно. А его тиммейтов в яме просто жгут моликами и не дают банально ни одной позиции толковой занять. Ну что ж, ротацию под базу Б. Главная задача люртера в данной ситуации это ловить перетяжку. Если найдет какой-нибудь халявный килл в окне, вообще будет замечательно. Ну а так он просто способствует постплан ситуации скорее на сам выход вряд ли он как-то повлияет. Он, конечно, попытается шарта открыться, но мне кажется, это вообще не нужно делать. Тебя просто заберут сигареты в таком случае. Хотя нет, ловит неплохой тайминг, казалось бы. Да вот то, о чем я говорил. Его вообще в легкую убивают здесь. Ну и приемка база Б выглядит как вообще детская игра для команды Динамо и Слот. Ну и к слову, смотрите. Был счет 11-4, даже не так. Был счет 11-2 совсем недавно. Взяли два раунда, пистолетка первого девайсный и все, Динамо и Слот выходит на 8-11, и отсюда реально можно уже не то что вернуться в игру, можно уже в роли фаворита в этом матче выступать. Ну а пока экономический раунд, друзья, не забывайте забегать на партнера Данная трансляция на сайт BadBoom и получает 100% бонус на ваш первый депозит Естественно, баннер Амейра под трансляцией для удобного перехода Ой, какая хаешка сейчас залетит Ну ладно, не такая уж она и мощная Застопила немного атаку, как и Молли, который полетел вслед за ней А вот Молотова на лавочку не было, за страна атаки проброшено Отсюда и два халявных тела с позиции лавки Естественно, серия киллов продолжается Главная задача в этом раунде для Динамо и слот было тереть как можно меньше вепонов. Ну и капсу наверное, подфармить еще кельцов. Такая эко-кобра, знаете, на капсуне. Реально, помните, в предыдущем раунде против пистолетов там трипл или дабл сделал в этом квадро. И вот уже с 20 киллов уезжает, являясь фраг-лидером на мапе. Хотя совсем недавно его команда проигрывала со счетом 2-11, мы ее готовы были хранить. 8 теперь а раундов уже за ними. И следующий может обеспечить выход практически на паритет по счету. Но его еще надо забрать. Ведь тут полноценный бай, и появляется от Мариско-Снайперский девайс, который может быть камнем преткновения в этом матче. Гранат полетели. Ликор Соло пока что работает с Мидла. К нему в скором времени переместится еще и Кверти. И вдвоем они здесь будут наводить шумихи, так скажем. Возможно, какой-нибудь фраг найдут. Это было бы совсем, конечно, фантастично круто. Но мы видим, что при отдаче центра Динамо и Слот поступает идентично тому, как действовали Интропик Прага. Просто поджимают боепсы, либо яму, и собирают информацию. В данный момент Киван просто... Б-апартаменты под ним он собирает инфу, говорит, что под Б в ближайшие секунд 20 выходов так точно не будет. И как только полетят гранаты на A-сайт, его тиммейт может вообще со спокойной душой стягиваться и уповать на противоположную точку. Но пока. Хелпа особого смысла не имеет, так как лежат молики, выйти в которые невозможно. Коллективу интропик Прага. Но граната рано или поздно заканчивается. И начинаются контактные сражения. И Хонос в одной из таких дуэлей все-таки выигрывает Z. Будет ли падать? Да, он также умирает. Вся надежда на Кэпсона. Та самая снайперская винтовка, на которую он так долго копил, так долго надеялся. Но ее придется уносить на сейф и в следующем раунде уже реализовывать. Вот такие два девайсных, знаете, прям зеркалочка на самом деле. Первый раунд на вепанах выиграли без шансов абсолютно и слот. Ну, вы помните, там одного игрока потеряли. И следующий, такой же однокалиточный, только уже за командой Интропик Прага. Казалось бы, 4 раунда до победы. Команде Интропик осталось. Не надо как-то Еслот отвечать. Причем прямо сейчас. То есть, если они следующие проигрывают, это потенциальный выход уже на 8-14. Оттуда вернуться, вы сами понимаете, будет очень проблематично. Плюс это, опять же, просадка по морали. А мы видим, что капсная компания... Такое ощущение, что именно от психологической составляющей очень сильно зависит. Как и все команды, в принципе. Но есть какие-нибудь бразильцы, да, у которых вот банально не пошло, как вчера у Нивера. И они такие, ну все, как бы все. Им не дали в свою игру поиграть, все подстроиться они не смогли. И ГГ на этом. Вот мне кажется, что у Динамо и Слот похожий плейстайл. То есть, если что-то не идет, они прям ну, тяжеловато бывает зацепиться. Но мы видим, что вот просто, знаете, руки были развязаны, тереть было уже нечего, пару раундов взяли, и вот вроде уже матч более чем играбельным для них стал. Капсон пока орудует в мидле через зигзаг, и подобие предыдущего раунда разыгрывает Прага а в данный момент. Полетели гранаты, кстати говоря. Валенсио тут на тихе. Собирает информацию. Дал инфу о том, что это выход на сайт И Z уже Славочки готов воевать. Здравствуйте, мистер снайпера. Как-то вы так открыто стоите. Капс на очередной фраг находит. Ну и здесь выйти уже 2 4 будет такой себе идеи. Хотя, слушайте, неплохо получается забрать первого. И GT остается последним. Но его уж точно должны закрывать вдвоем. Да, ловит чуть ли не с ножом в руках. 12-9. Все-таки и за вот эту, я не знаю, тросинку, за этот сук, за эту палочку цепляются Динамо и Слот. Просто изначально пытаются вытащить себя из болот какого-то в виде э, противостояния против э, Тропик Прага. Совсем недавно мы их хранили, а сейчас... парней все шансы есть на возвращение. Но нужно, опять же, вот переломные моменты брать. Сейчас, если заберу 10 там не будет денег, выход на 11-12, вот себе практически ничья. Но отдавать его ни в коем случае нельзя. Это противопоказано абсолютно точно. Капстон, конечно, мега мобильный снайпер. Первый девайс на раунд провел под точкой А, второй девайс на раунд в MIDI, я так понимаю, стянулся потом на A-сайт. Сейчас вообще под Б решил пикнуть. Очень вариативно действует. Ну и на самом деле попытка была прочитать. То есть под A-сайтом что-то не получилось, у интропик. И слот подумали о том, что их соперники выдвинутся фастом на Б, как они в свою очередь делали за атаку. Но мы видим, что у пражской тимы немного другие мотивы. Не, они сейчас готовы сплитовать и сайт с двух сторон. Правда, передумали. И на самом деле вот это укрепление под базой Б, оно может оказаться очень даже импактным в данный момент. Потому что перетягиваться вроде как не намерено особо. Динамо отсюда. И по таймингам для них складывается все прям мега замечательно. Причем там по позиционке-то в миде все плохо. Ладно бы они захватили центр, оставили одного в ладре, как делали сами и e слот. И попытались уже выйти. Атакам приходится на 40 секунде выходить с пропета. А тут подсадка для капсона и шашлычок. Какой вкусный, друзья мои. И Киеван еще в роли опорника будет жить. Флажка от него плетела, тянет время. Боева не так много у их оппонентов. Естественно, Легкие фраги. Капсон единственный, кто умер в этом раунде со стороны игроков защиты. Ну и легко получается, пока базу Б принимать. Да, в этом раунде угадали, укрепились. Плюс капсон четкий шашлык зарядил. Но в целом, пока что, наверное, тропик Прага на. Надо под что-то мутить, потому что под B оно ну, как-то совсем не выходит. Что на укрепление, что на двоих они тогда выходили. Идем на следующий экономический раунд, в котором есть интрига на самом деле в виде двух калашей и такнайнов которые, кстати говоря, были ключиком к камбэку от Еслот. Помните в атаке? Что-то не получалось. Фаста и на тебе теки там зарядили довольно мощно. Но это теки. А вот калашей пока такая себе судьба. Кверти уже погибает. Опять же, угадывает жестко, да, Капсон? Вы заметили? Вот он в каждом раунде с ВП там, куда выходят соперники. Вот на фейсите с таких обычно очень жестко горишь, когда играешь. Вот плюс в чат, если Жиза. Но здесь это про матч, понятное дело. И, конечно, чуйка невероятная у снайпера коллектива. И слот, ну и тут после его фрага уже команда просто очень жестко включается. Один раунд забирает для себя. И всего лишь в одном поинте они остаются от полноценного камбэка и до временной ничьи. Осталось совсем чуть-чуть. Ну что, быть камбэка, друзья, или нет? Валенсию, это, кстати говоря, игрок, который вчера себя очень круто показывал, прям катал на максимум. И не то чтобы у него стата жесткая была, но он прям очень важный раунд для команды выигрывал. Ну, а Капсон там, как правило, набивал очень много. Этот парень, если что, на одной из чешских лиг, на чешском турнире, э, с рейтингом 100, А в данный момент идет на ХЛТВ, иван. да что ж такое-то? Прошел, Сески просто истребил два калаша, потеряв при этом, ну, половину здоровья. Камон, ну, даже не близок к смерти был при этом. Как-то такое ощущение, что поплава небольшая от энтропик в данный момент. И, ребята... Могут сейчас потерять вообще нить игры, если уже ее не потеряли, потому что раунды э, получаются от Динамо и Слот довольно легкими. То есть, если первые девайсные там были с трудом взяты если вы помните, там клатч были ситуации и так далее, один даже они проиграли, то после этого вот какая-то серия из раундов, и все, уже не получается, только какие-то экзит-фраги сыпятся. Но, опять же, надо хотя бы бомбу здесь кверть поставить, чтобы был бай на следующий раунд. Его здесь закидывают флешками, по точке «отличная позиция у топорника». Его, в принципе, там не убить без размена, безусловно. Он вообще в паласы заползает. но все четку делает. И слот чисто на верочку. По коверте есть информация Всего-навсего 30 секунд Ну, сейвить сам калаш, не знаю, имеет ли особый смысл Возможно, покуда по тебе есть информация Надо стянуться на базу Б Но тут с таймингами совсем не угадывает Это 12-12, друзья, и полноценное возвращение Команды Динамо и Слот На свой пик И давайте посмотрим, насколько сильно изменились коэффициенты Ну, пока все еще 1.33 на Интропик Прага Но я думаю, что если следующий Динамо возьмут То уже они будут фаворитами В данной карте. Автомат Калашникова от Кверси. Есть, естественно, пара ППшек, пистолеты. Все это на мидле и в яме будет реализовано. Опять же, Капс угадывает, как всегда, в центре. Будет ловить данный выход. Хотя там фейк по точку А пошел. Слушайте, они неплохо работает. Тут Мариска даже не обязательно фраг находить. А они с ямой вроде как его даже сделали. Нет, они убили игрока на шарте. И тут под базой Б проблема у Кейвана. Но Капсон всегда в нужном месте в нужное время выбивает игрока с бомбой. Кейван лавирует изи за бэксайтом, находя килл за киллом. Ну и последнему Лекру тут, естественно, не позавидуешь. 13-12. И впервые в рамках данной встречи Динамо и Слот все-таки выходят вперед, друзья. И всего-то три раунда до победы. И вы представьте им тропик Прага и вообще, что они сейчас чувствуют. Они вели 11-2 на пике соперника в матче, который решает, выйдете вы в плей-офф или нет. Вылетите вы с турнира на последнем месте, или у вас будет шанс еще в матче против Мибор. И, казалось бы, все изи. Ну, реально, как по маслу. Берете пик соперника, дальше нашу карту. И даже если на ней что-то не пойдет, всегда будет план Б выйти на вертига. Но проблема-то в том, что все, пик соперника уже очень далек. И надо показывать, я не знаю, наверное, какую-то агрессию, чем занимается сейчас Мариска. Э, проползает кое-как в коннектор, дает свой минус. Там еще игрок в яме погиб. Кстати говоря, капсом последний раскрывается между кучей позиций естественно его будут забирать и пожалуй в таком темпе у интропик прага что-то да действительно получается 13 раунд они берут и показывают что нити игры возможно они потеряли но нашли новую Из положительного денег довольно много в данный момент в Динамо и Слот. То есть у Капсона там накопление, у Валенсио. Я бы на самом деле на месте НБК и Кейвана пытался сейчас не засейвить остатки своих вейпонов, а делать килы. И правильно вот они этим занимаются, смотрите. Потому что, ну, ваша экономика, ее хватит, ну, практически до конца первой половины. Ой, до конца основного времени. То есть тут осталось-то 4 раунда, по сути, если даже на допы коллектива выйдут. А вот... Э, повыбивать экономику из атаки, взять девайс и оставить их без денег звучит лайк like, очень круто, на самом деле. Ну и часть этого плана было суждено все-таки выполнить. Но, понятное дело, за это еще и трофейным калашом обзавелся, что в защите очень-очень круто. И будет он применять его в центре карты, кстати говоря. Куда Кверти не спешит выходить, но Зет собирает всю информацию. И дает четкий кол команде, что в центре никого нет. Это лишь фейк. И основное звено атаки может сейчас прессинговать одну из точек. Но мы видим, что Тропик Прага играют на удержание. Просто заняли какие-то позиции, которые, в принципе, им ничего не дают. И просто сидят, жаждут агрессии в центре. Понимая, что сейчас-то динамо, динамо, и Слот ну, должны, должны проявить там себя, запушить что-то. Но нет, они играют очень аккуратно. И агрессия, она такая точечная, знаете. То есть там выйти с ямы, пикнуть. С шарта, чем сейчас Z, да, допустим. И увлекается. Ну, кстати, от него тут многое зависит. Ему нужно собрать информацию, но судя по его движениям и действиям, он тут попытается даже килл дать. Если это получится сделать и еще и Соберет он фу по центру, это будет, конечно, совершенно замечательно. Видит голову соперника. Попадает по ней. Хаешка летит. Возможно, даже добьет Хоноса. Но нет, гранаты в этой игре наносит демеджа не так, чтобы очень много. Но при этом подпушили яму. И это говорит о том, что и слот под точкой А по позициям все неплохо. Но опять же, тест-драйв здесь будет именно для базы Б. Куда и идет сейчас движение коллектива атаки. Хонос тут чисто в роли Люрхера. Найдет килл, замечательно, не найдет. В любом случае, все будет зависеть от приемки. Базы Э, Которая сейчас будет заниматься один хейм К слову, запрыгивает на машину, дает один минус. Но этого мало, ведь Z тут соло остается. И у него даже позиции боксайта нет. А тут Хонес готовый ловить перетяжку. Щелкает одного моментально, дает информацию потично о том, что там находятся два игрока. И его команда будет уже беспроблемно, по идее, эту точку оборонять. с ВП, ему тоже очень тяжело воевать против джангла. По идее, Сити будет просто контролировать и. Только если полезет Хонус уже нарожен, его сумеет здесь забрать. Кстати говоря, Z uh, прям уже проходит чуть ли не за бэксайд его тиммейт находится на прикрытии сейчас. Но время тикает. Надо быстрые фраги находить. Кверти же играет просто на сбор информации на пару с и В нужный момент они открываются и находят те самые судьбоносные фраги. Последним остается Капсон. Времени очень мало и только Дефьюз может как-то его спасти. Ну как ты задефаешь? Тут даже девайс засейвить не получится, скорее всего. 14-13. Интропик Прага все еще в игре, по всей видимости. Хотя в один момент я подумал, что уже все. У нас вообще камбэк на камбэке, и камбэка погоняет на самом деле, вот серьезно. Вначале там никто не видел, Динамо и слоты они вернулись в игру. Потом Энтропик Прага, ну все, тут уже ГГ, ну в свою игру включились. Оппонента на своем пике, ничего не получается. Нет, и тут идет камбэчная. И самое главное, что у обеих команд есть деньги. То есть в каждом раунде они нормально закупаются. Динамо и Слот за счет того, что много накопили, за счет Винстрика, у Интропик Прага наоборот много проигрывали, там Лустрик сформировался и бомбы постоянно ставили. О, По кэфом от... Бэтбум все очень неоднозначно. С одной стороны, 1.64, но вроде 2.24, хотя совсем недавно на, опять же, ZD и компанию мы видели кап там 6. Поэтому, ну, если они с коэффициента 6 сумели вернуться, то с 2.24 все может получиться гораздо-гораздо интереснее. Ну, смотрим, что у нас дальше. Здесь, в принципе, Мариска пытается найти фраг в коннекторе. У него это не шибко получается сделать. Раунд, кстати говоря, не быстрый, я так понимаю. Просто аккуратно, на контроль. И GT просматривает палацы. Его тиммейт с противоположной части карты под никнеймом Хонас присматривает за байпсами, Все так же ожидают соперника в поджиме мидла. Но Динамо и Слот на первых там секундах особо не рискуют и никуда не выдвигаются. Максимум там Z можете, может сыграть агрессивно на шарте, собрать инфу и все на этом. Ну вот так, чтобы до белых ящиков в центре. Ну, пожалуй, никто из игроков защиты еще э, не бывал на таких позициях. Ну, на самом деле, минута времени. Я бы не сказал, что защита много гранат теряет. То есть пока что лишь смоки в яму обновляются. И за счет одной флешки Иван собрал всю инфу под Б. Говорит тиммейтам, похоже, что это мидл. Либо A-сайт, а либо и то, и то, что более всего вероятно. И надо стягивать туда Соответственно, Капсом в скором времени уже будет помогать своим тиммейтам. Ну и те самые гранаты, которые не были потрачены на раннем тайминге, сейчас просто отличным образом работают. Вот он смог, который дает драгоценные секунды для перетяжки MBQ, возможно, в позицию джангла. Но почему-то он все еще под базой Б, видимо, боится за шорт. Тем не менее, выход уже на начинается. Капсон находит первый минус. Валенсио Здесь положили на лопатки довольно быстро. Z важнейший минус все-таки оформляет. И остается выход лишь с одного направления. Его закрыть будет гораздо проще. С учетом того, что NBQ плюс Капсон уже на сити. А дабл пол, о, дабл Пан это очень на самом деле мощно. Если ребята будут работать вместе. Вот чем это чревато. Хотя пока... Размен невыгодный для защиты. На самом деле, по капсуну есть информация. А Кейван без гранат, чтобы откинуть какую-то хаешку или молик. В сайт Находят фраг по капсуну. Кейван Соло против двоих открывается по снайперу, добивает его. Но по Хонусу это зеро информации. Он только недавно был в дефолте. Он мог уже и в яму идти. А мог остаться на позиции между подозревает. А потом игрок защиты выходит при фаером. Но четкий хедшот уносит шансы команды Динамо и слот на этот раунд. А возможно, и на карту в целом. Ведь. Теперь у Энтропик Прага имеется целых два маппоинта. На самом деле, я не совсем понял, как там Сыграли вместе два игрока на Сити, вернее, как они не сыграли. Мне казалось, что Капсон открывается вместе с тиммейтом, и они 100% один килл дают. И вот уже ситуация 2 в 1, как бы, формируется. Но нет, там сыграл почему-то в соло. Один игрок. Очень странный момент, на самом деле. И вот этот, это отсутствие тимплея сейчас сыграло злую шутку, на самом деле. Позволило Хонусу там, конечно, массу грязи натворить. Целых 300 урона за раунд. Он внес 3 кила, тем самым сделав. Ну и 15-13, друзья Два раунда к ряду, способны ли взять Динамо Но если этот возьмут Не дадут поставить бомбу Интропик Прага Там как бы у парней уже Лустрик закончился Денег будет довольно мало Но погодите, тут насчет денег Все совсем грустно, Капсон теряет Свою жизнь, НБК Тоже падает, да что ж такое-то Все раунды были плотными, интересными Неужели самый последний будет в одну калитку Да быть такого не может Нужно как-то отвечать, пытается Кейван нам доказать Что в этом раунде еще не все потеряно и, кстати, тайминги ему благоволят. Он уже пропушил бы и апсы. Хонас начинает чекать все это дело. Кейван, 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 напишите ему кто-нибудь в стиме, что посмотрел назад. Ох, Кейван просочился все-таки. И тут, кстати говоря, два возможных фрага в центре. Мариска здесь, а под ним еще один интересный игрок. Он его прекрасно слышит. И есть два килла и выбивание бомбы. Размен от лекара, правда, но выиграл массу времени. И понимая Хона, что именно опорника Б сейчас убили, спокойно будет занимать данную точку. И очень важная перестрелка, чувак. AGT. Мало того, что он инфу собирает. Способен отстрелить Валенсию. И тогда этот ретейк может закончиться, даже не начавшись. Да, фраг был сделан. Z последний. Он вообще думает, что это A-сайт, когда оппоненты уже на базе Б разгуливают. А AGT просто тянет время сейчас. И Z рано или поздно поймет, что это не точка А. Но времени в таком случае окажется крайне мало. AGT десантируется. Z забирает его. И на ноже моментально отправляется под противоположную точку. Ну там смоки, посмотрите, в тичне лежат гранаты. Может сыграть под них сам Хонас, заняв очень крутую позицию. Да, он прям в упоре над смоком. Ждать, пока он развеивается. Времени нет. Зет выходит, теряет свою жизнь и надежду на эту карту от своей команды. На пике соперника Интропик Прага все-таки справляются. Довольно тяжелая мапа была на самом деле. То есть поначалу казалось, что Интропик ее заберут. Потом случилось камбэчное от Еслот. И по итогу мы увидели действительно очень крутое сражение. А это только первая мапа первого матча на сегодня, друзья. Поэтому обязательно зафолотитесь на канал, чтобы точно ничего не пропускать. Ну а в данный момент мы уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу и буквально через 5-10 минут включимся с картой The Overpass. Как твое имя новобранец? Рядовой бонус, сэр! Бонус? Слушай меня сюда, рядовой сырок. Здесь киберспорт, а не сиська мамкина. Здесь нет никаких подачек и бонусов! Но в Бэтбум есть, сэр! Что ты сейчас сказал? Бонус 100% на первый депозит, сэр! Где? На сайте и в мобильном приложении Бэтбум. Сейчас батя покажет, как надо ставить. Бонус 100% на первый депозит. Бэтбум. Открой игру.